А далі із традиційної рубрики «Знай наших». Спортсмен Олександр Абраменко приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх. Він став першим олімпійським чемпіоном у фристайлі в історії країни. На іграх перший стрибок українця оцінили у 123,1 бала. Таким чином він став дев'ятим і не пройшов одразу до фіналу. Другу спробу судді оцінили у 123,8 балів, і Абраменко посів четверте місце у другій кваліфікації. Тим не менше, він виборов для України першу медаль, обійшовши представника Китаю та Росії. А першість він здобув на лижах Тиса, вироблених у Мукачеві. Нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися із тренером спортсмена, мукачевцем Енвером Аблаєвим. Про те, як Абраменко йшов до цієї перемоги, як бути тренером олімпійського чемпіона та про розвиток фрістайлу в Україні у розмові Євгенія Пасічника із Енвером Аблаєвим далі. Любой путь к олимпийскому золоту, он абсолютно нелегок. Были взлеты и падения, были трудности, и были искусственные трудности, создавались определенными людьми. Ну и другие люди в это же время и помогали. А расскажите, как долго готовился Александр до этого? Ну, он, в принципе, готовился всю свою жизнь спортивную. Я думаю, с самого первого дня, когда он пришел во фристайл, я думаю, он уже начинал думать об этой медали олимпийской. И просто вот это получается его четвертая олимпийская, олимпийские игры, четвертые. И ну, до этого у него никак не получалось. Лучшее у него было, получается, до этого место шестое на играх в Сочи в 2014 году. Ну, а сейчас все так сложилось, что он выиграл медаль для нашей страны. Ну, она и первая за всю историю фристайла. Ну, и тем более это вообще еще больше радует именно то, что это именно золотая медаль. А чи було очікуваним отримання цієї медалі? Чи очікувала сама на такий результат? Вы знаете, в принципе, единственное, что было, это была вера. Вера в то, что у нас будет медаль, и очень-очень сильно хотелось именно золотой медали. То есть мы максимум приложили все усилия к тому, чтобы выиграть эту медаль. Единственное, конечно, мы тоже понимали, что вокруг нас тоже еще довольно сильные спортсмены, также представители Китая, Белоруссии, Канады. Расскажите, пожалуйста, про эмоции, самые, какие были у вас, у Александра, в тех, кто его поддерживал, после того, как дізналися, что выиграла. Вы знаете, эмоции... Ну, не знаю, как описать эти эмоции. Это эмоции какие-то, но они нереальные, эти эмоции, они какие-то неземные. Это была, конечно, огромная радость. Очень долго-долго, я думаю, наверное, вплоть до сегодняшнего дня, вплоть до момента, когда одели ему эту медаль, как-то не верилось все равно, что Саша выиграл, что это золото у нас, что это, ну, это первая медаль, да, для Украины на этих Олимпийских играх, и это именно золотая медаль. Что еще можете сказать про развиток, поддержку взагалі спорту в Украине? Ну, тяжеловато у нас, вы сами понимаете, у нас сейчас не самое легкое время именно в стране, и сейчас, конечно, с финансированием есть определенные там, да, сложности. Я имею в виду, ну, в других видах спорта и все остальное. У нас, слава богу, в этом сезоне с финансированием, ну, не было никаких проблем, но подготовка заключается не в одном годе, ну, до Олимпийских игр, а непосредственно во всем четырехлетнем цикле. Были немножко сбои в первых годах подготовки, я имею в виду финансирования, да, были немножко какие-то трудности, сложности. Единственная огромная проблема, конечно, для нас, как для фристайлистов, развития у нас в Украине, в том, что у нас нету нашей именно базы для фристайла, специализированной, стационарной. Поэтому нам всегда приходится выезжать на сборы за границу.